Сергей Лебедев, Ник Лохматый. Эвакуируются все. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что ваши лайк, комментарии или репост будут продвигать не только это видео, но и весь канал в целом. Невзирая на все запреты, препоны YouTube на козни по удалению ваших комментариев. У этого канала нет монетизации, и он существует только на ваши пожертвования. Только при вашем активном участии у этого канала есть будущее. Все реквизиты в описании под любым видео. Спасибо за понимание. Эвакуируются все. Подписчица прислала: налоговикам Харькова пришла команда собираться на Западную Украину. В Запорожье, Николаеве и Полтаве схожая ситуация. С остальных городов отклика пока не было. Кроме налоговиков, офицеры Нацгвардии, СБУ, прокуратуры, других правоохранительных и надзорных органов получили листы с предписанием эвакуировать свои семьи. Пока западнее Днепра. Самые ушлые уже отправили близких намного западнее Днепра. Идут массовые увольнения из органов юстиции, работников военкомата, чиновников среднего звена. Чиновники высшего звена, судьи, прокуроры внезапно начали болеть с жуткими осложнениями, которые можно поправить только в теплых морях. Есть сведения о попытках бунта в подразделениях ВСУ, а также о нескольких случаях вооруженных разборок правосеков. Сергей Лебедев, Ник Лохматый. Эвакуируются все.